Те, кто будут торговать фьючерсы, там американские, да, должны понимать, что у фьючерса есть один большой плюс в зависимости, вернее, в отличие от акции. Фьючерсы никогда не будут стоить ноль. То есть это по-простому товар, который всегда что-то стоит. На хорошем рынке он стоит дорого, на плохом рынке он стоит дешевле. Но все равно, вот как что ни говорят, даже если все машины, и вертолеты, и самолеты будут на электрические тяги, то все равно керосин или бензин, или нефть, она все равно для чего-то нужна. Вот либо там мазут какой-то, подшипники смазывать, но это все равно будет. Так же самое, как катон. Если мы не будем носить там катоновую одежду, значит, где-то все равно что-то будет применяться. Если мы не будем, например, там торговать эти свиные животики, да, pork bellies, будем торговать что-то другое. Какао, все равно торгуем инструментом, апельсиновый сок концентрированный, все. Фьючерсы, они и есть фьючерсы.